Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем захватывать мир в цивилизации за Россию. Так, следующий ход. Поселенец у нас поплыл вот сюда на остров, насколько я помню. Сейчас здесь город основаем. Так, в принципе, они хотят эту фигню за деньги. Ну ладно, на. Ладно. Денег нам надо много. Не, ну вот это я тебе не дам. Железо, ладно, забирай. Так, я купил не на запись, все деньги убил в торговцев. Сейчас будем зарабатывать деньги как можем. Всех будем отправлять в Лавенту, естественно. Так, великий торговец. Так, вы накопили. Так, так, так. Нет, откажемся от торговца, я думаю. Довольство жилья, опять жилье. Давай канализацию. Тут у нас выбор небольшой. В Торонто. Этот. Стокгольм пусть прет. Вот поэтому нам и нужны. Этот в Торонто пусть прет. Торговцы. Кстати, тут танк у нас может выехать уже, да? Ну давай вот так сделаем. Они же нам вряд ли что-то смогут противопоставить. Стой, отдыхай. Хотя нет. Давай вот сюда. Даже вот сюда подплывем, посмотрим, как у них тут дела. Танк один, не знаю, справится, нет, по идее должен. Самолета этого подгонять не хочу. Ну, повышение как раз вообще отлично. Но пушки как бы не сильно. Идеи влекут за собой идеологию, которая порождает политику, которая требует действий. Нет, это нам не интересно. Так, давайте вот сюда отплывем. И боевой мощи против морских юнитов. Так, тут сразу же захватываем город, деньги, естественно. Тут у нас что идет дальше? Капитализм, что он дает? 4 очка великих торговцев. Да, капитализм, пожалуй, нам нужен. Тут у нас что? Канализация завершена. Довольство, жилья. Жилья все равно мало. Давайте пригород тогда вам поставим. Где-нибудь вот здесь. И следующий ход. Торговцев, наверное, я сейчас еще закуплю. По 1500 они. А вот и наш этот чувачок прискакал, да? Так, давай вот сюда. Поехали, посмотрим, что тут да как. У них тут уран есть. Это плохо. Ты стой. Так, здесь у нас что, как дела? Довольство. Везде надо довольство. Давайте вот здесь вот. Культура там не особо для нас важна.
по 532 заход, в принципе, это неплохо, но нифига ты что захотел, нет, конечно. Если я ему дам нефть и все остальное, то сами понимаете. Ага, они там заныкались. Войны у нас еще нет. Ну пусть лечится, ладно. Пусть его обстреливают, это не страшно. Кстати, а чего вы варваров не обстреливаете? Вот у меня какой вопрос. Так, довольство опять же, да? Довольство. Ну, тут верфь. Верфь-то деньги. Тут довольство тоже, да? Жилья. Давайте верфь сначала. И следующий ход. У нас еще уран не весь у самих разработан. Так, давайте здесь Новгород. Амбар. Без защиты у нас тут останется пока что. К сожалению. Но ничего с этим не поделать. Так, так, так. Довольство опять же. Довольство. Фабрика. Давайте вверх, наверное. Пока что будем делать верфи. Это флотоводец наш, да? Давай сюда греби. Я уже забыл про него, если честно. О, подходите, подходите, не стесняйтесь. Завершена биржа, это отлично. Довольство, жилья, зоопарк. Ну давай, в Казани зоопарк, ладно. Четыре тысячи. Сейчас еще закупим в следующем ходу торговцев. Торговец. Довольство, опять же, арена. Так, тут у нас что? Канализация, монумент, мастерская по-хорошему. И давай торговец. И где-нибудь здесь вот купим еще торговца. Что это мы где открыли? Ох, там кто-то плавает рядом с нами. Так, наука, в Торонто, давай там производство больше. Тут лавента. И Торонто. А, забыл, признаюсь. Эти убежали, варвары. Ничто так не способствует рождению. Технология будущего, но это понятно. Больше нам нечего исследовать. Так, здесь у нас как дела? Довольство, опять же, да? Христос Искупитель нам не интересен. Хотя... Ну давайте сделаем. Знаете, где? Где? Вот здесь. Так, здесь довольства нету, естественно. Жилье есть. Ну, давайте маяк.
19 маловато будет. 30. Ну ладно, давай так. Довольствую, здесь у нас это есть, жилье есть, лаборатория на принципе не нужна. Самолеты мы не можем тут делать, давайте танки тут будем делать. В Воронеже мы можем делать самолеты. Так, крейсер ракетный нам, наверное, не нужен. Подлодка, фиг знает. Давайте крейсер лучше все-таки. Сейчас начнем потихонечку флот собирать. Не, ну вот так. Давай. С миру по нитке, как говорится, да? Двадцаточку давай хотя бы. Не жопься. Ну давай. Не, ну вот это вообще не вариант. Ну давай за 10, ладно. Всегда старайся оттираться поближе к деньгам. Если будешь оттираться достаточно долго, что-нибудь прилипнет к тебе. Разработанный редкий ресурс. Ну это да. Избирательное право, естественно. Тут у нас пока ничего не происходит. Сопровождение создаем. Давай, вали их. Готовность, отдыхай. Следующий ход. Нет, не дам. Однократный соль, давай. Блин, вот встали тоже мне. Давай сюда проедем. Может, тут тоже что-нибудь интересное есть. А тут ни черта интересного нет. Если мы город будем брать, ну я не знаю. То одним танком как бы такое себе. Давайте, наверное, уже высылать наши войска. Вот этот второй танк тоже. Давай вот сюда. И также вот эту всю херобору тоже сюда. И следующий ход. Ну, ладно, на. Мне культура ни к чему, но зато довольство может увеличиться. Так, этих мы не можем сделать, да, тут? Банк, кстати, хорошая идея. Довольство, зоопарк. Опять довольство. Развлекательный комплекс, на. Лечись. Следующий ход, поехали. Ждем наше прибытие наших войск. Чтобы все было здорово и замечательно у нас. Так, морской порт завершено. Довольство, зоопарк. Да ладно. Как у нас тут дела? Не выходит. Ладно, подождем.
Пока приплывет наша поддержка. Великий ученый нам не нужен. Вот великий инженер. Такое себе. Так, ладно, тут у нас как дела? Довольство пока есть. Жилье пока есть. Эрмитаж, это неинтересно. Танк. Давай строителей сделаем на всякий случай. Тут довольство опять же. Арена. Стоим, улыбаемся и машем, и ждем. Вот наши уже подплывают потихоньку. Скоро нам хватит на самолет. Я надеюсь. Наверное, хотя смысл их объединять. Давай сюда. И вот сюда. Поехали. Отличненько. Так, а ты поедешь вот сюда. И с этого начнем войну. С Клеопатрой. Давайте уже начнем войну. Повод для войны. Колониальный. Ха, Осирис с радостью встретит моих врагов. Да, конечно, конечно. Все, давай отдыхай. Я хочу забрать вот этих вот чуваков. Они мне пригодятся вот здесь. Давай, греби туда. Так, Ярославль, довольство, все есть. Ангар. Давайте ангар. Тут довольство, жилье, канализация. В следующем ходу, ну... А, ну мы даже так заберем. Без всяких там сопливых, так скажем, да? Сохраняем. Что мы тут делаем? А тут все очень долго делать, по идее. Делаем амбар. Так, по поводу самолетов. Один готов. Давай вот сюда подъедем. А ты подплыви-ка вот сюда. Сейчас мы посмотрим, какой город у них тут следующий забрать. Опасно. Там никого нет, слава богу. Так.
Так, Соликамск, канализация завершена. Довольства у них нет, это понятно. Парк на тебе. Тут опять довольство. Тут у нас банк. А тут у нас танк. Заезжай. Добро, как говорится, пожаловать. Стоп, кстати, добудь. У нас нет нефрита. Самолет мы перегоняем до этих же. А нет, долетает, смотрите, отлично. Вот сюда. Сразу же. И сейчас этот авианосец поплывет сюда. Уже как бы вооружен полностью, да? Давай, греби. Потихонечку. Нефрит мы получили. Слонов у нас нет, кстати. Вот это да. Но это смешно. Почему к женщинам должны относиться иначе? Они получат право голоса, невзирая на подлые происки противников. 50 производств при создании воздушных юнитов. Так. Да, давайте. Выберем. Все-таки, наверное. Стоп. Торговая республика у нас сейчас. Демократия. Или нет? А, ну хотя да. Так, про золото. Про золото. Вот так. Так. Международные. Вот так. Так, чтобы еще сделать воздушных юнитов, это факт надо. Улучшение нам не надо пока что. Вот так. Так, что еще взять? Так. Классовая борьба, тоталитаризм, давайте еще. Так, ладно, ты, что тебе надо сделать-то толком? Толком-то и нечего делать, да? Значительная победа, нет. Нет, надо ждать все-таки, наверное, танка. Вроде пока все тихо, спокойно. Танки, говорю, авианосец наш. Где он? Давай, подгребай. А вы можете атаковать, нет? Видимо, нет, да? Тогда отдыхайте. Давай. Давай. Давай.
Веселые ребята. И что так не способствует рождению будущего, как мечта? Это понятно. Продолжаем. Давай производство. Сейчас здесь усилим. По идее, надо клетку купить. Вот эту. А, и у нас эти кончились. Ну ладно. Еще будут. Брюссель, довольство, жилье, канализация. Поехали сюда. Вот это уже интересней. Сохраняем город. А теперь уже подтягиваем этих. И вот так вот потихонечку мы должны будем отжать весь континент. Не, ну это нереальные вещи говоришь. А так еще ладно. Из арбалетов по танку. Смешно, да? Лечись. Так, тут у нас довольство, арена. И следующий ход сразу же продолжаем. А вот и наши самолетики прилетели. Поехали. Первых два самолета наших. Ну вот теперь идет все по плану. Как и должно было идти. Стоп, заезжай. Отлично. Амбар. Так, ты. Давай сюда. И следующий ход. Все получается как нельзя лучше. Первая партия у нас прибыла. Давай сюда. И авианосец может плыть обратно, в принципе. Вот сюда. Ну, этот еще долго ждать, так что давайте, пока денег у нас хватает, и этот перегоним. Самолет туда. Так, довольство, хорошо, все хорошо. В Москве, что нам построить в Москве? Жильем. Вообще отлично все. Пригород, лаборатория. Давайте аэропорт. Так, тут довольство хорошо, но арена не помешает. Лечись. Так. Давай вот сюда. До того не добиваем, зато добиваем сюда. Ракет. Слонов, ну блин, я слонов тоже хотел получить себе.
танк, пока отдыхай. Давай еще раз вот сюда. Полная победа, забирай. Ура, у нас появились слоны. Ты давай вот сюда. Ну и ты сюда. И сейчас еще заберем. Неплохое такое начало будет. У нас получится. Извините, я все еще болею, как я вам говорил. Поэтому, как могу, когда полегче пытаюсь записать для вас видео, я думаю, это стоит ваших королевских лайков. Так, торговец в Торонто. Город, естественно, сохраняем. Второй тоже сохраняем. Ну что ж, вот такая вот серия у нас получилась. Ты что не уплываешь-то? Плыви уже. Это сюда плывет, а ты не уплываешь. Вот такая вот серия, дорогие друзья, у нас получилась. В принципе, я думаю, неплохая. Радос. Это кто? Понятно. Понятно. Надо сюда глянуть, кто тут. Тут, скорее всего, еще Клеопатра, поэтому мы пойдем пока что сюда. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ваша подписка – это лучшая благодарность для меня. Также поставьте свой королевский лайк. Оцените то, что я больной, вам пытаюсь записывать серии. И если что-то хотите высказать, может быть, подсказать что-то, то жду вас в комментариях, ваши отзывы по данной серии. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Пока!